DJ Savio presents Electroshock. Добрый вечер. Здравствуйте, друзья, в студии. Раз в неделю вот в это время появляюсь я, меня зовут Руслан Север, и добро пожаловать на Электрошок-шоу. В ближайшие два часа лучшие танцевальные мотивы недели, боевики танцполов, бестселлера вашему вниманию. Конечно же, несколько премьер вас ожидает сегодня. В гостях будет американский диск-джокей и музыкант Серж Дивант. Ровно через час специальный сет зазвучит в нашем эфире, ну и, конечно же, интервью. А до этого момента я должен успеть ознакомить вас с новинками хаус-цеха, презентовать эксклюзив от Дэвида Пэна, вспомним классику, и это все в ближайшие 60 минут. Программу открываю новой работой американца Вольфганга Гартнера, недавнего гостя программы. Он записал ремикс на песню «I Will Be Here», которая в оригинале принадлежит Тиесто и Sneaky Sound System. We'll be right back.
Вы в компании диджея Руслана Севера, это «Электрошок». Позади первая работа, и программу традиционно открыл рубрика «Интромикс» новинками хаус-цеха. Их представлять буду ближайшие 40 минут, а сегодня слушательская аудитория программы снова расширилась, и к нам присоединился город Киров, поэтому несколько слов о программе новым слушателям. Итак, передача разбита на тематические рубрики. В первом разделе, который называется «Интермикс», я уже сказал, что представляю новинки хаус-цеха. Также в этом часе вас ждут такие главы, как «Эксклюзив», в котором звучат исключительно премьеры от популярных мировых рекорд-компаний «Music Like Old Times». Этот раздел посвящен классике танцполов. «Гостевая», название которой говорит само за себя, и эта часть передачи представлена мэтрами мировых танцполов. Сегодня в гостях Серж Дивант, но этот раздел распечатывает второй час, и о его расписании несколько позже. Hey, hi, this is Fresh Park. You're listening to DJ Sever on Electroshock Radio.
легендарный трек Армана Ван Хелдена «The Funk Phenomena». Напомню, произведение вышло в 90-х годах прошлого столетия. Вновь воскресил Стакила с великолепным ремиксом, который практически позади — это электрошок. Еще раз добрый вечер. Возможно, вы только включили свой приемник. И это здорово. Добро пожаловать в нашу компанию. Меня зовут Руслан Север. И информация для тех, кто только присоединился к нам. Итак, сегодня в гостях у шоу будет легендарная личность. Это американский диск-джокей и музыкант Серж Диван в следующем часе. Пока же представляю вам новинки хаус-цеха.
постоянные слушатели наверняка узнали это произведение от Себастьяна Ингросса. Однако коллега по хаус-мафии Стив Анджело внес свою коррективу великолепным бутлегом. Вы в компании диджея Руслана Севера. И еще одна новинка на этот раз из Британии. Пришла она от хорошего друга программы Пола Хэрриса. Он записал ремикс на швейцарского уникума ADX и его произведение «Shy Shy». Хочу напомнить, что в этом часе я представлю такие рубрики, как «Эксклюзив», «Не пропустите», премьеру новой работы Дэвида Пэна, а также вспомним классику танцпола в «Music Like All Times».
Savior presents Electroshock. DJ Savior presents Electroshock. Это Электрошок. Еще раз добрый вечер, друзья. Продолжается программа в студии Руслан Север. Далее произведение от гостя программы в следующем часе — Серж Диван. А прямо сейчас его новая композиция Addicted. Хаус-музыки звучит в Электрошоке раз в неделю. В это время сегодня ни разу не обмолвился о том, что у программы существует сайт, плейлисты. Также анонсы вы можете находить именно там по адресу www.electroshockfm.ru. Кстати, там же вы найдете и ссылку на MP3 архив программы. У вас есть возможность абсолютно безвозмездно, отмечу этот факт, пополнить свою фонотеку записями выпусков программы «Электрошок». Еженедельно в понедельник добавляется новый выпуск, поэтому качайте и слушайте передачу в любое удобное вам время. А совсем скоро я перейду к другому разделу программы. Это эксклюзив, вас ждет работа Дэвида Пэна. А прямо сейчас бутлег от популярного голландского хаус-продюсера Эдди Фонника. Честно говоря, не любитель бутлегов, но за проделанную работу Эдифоником высылаю респект. Позади Tempo Traps и Eurythmic. Через 5 минут премьера. Это новый ремикс Дэвида Пэна на произведение Кевина Фишера и дуэта из Англии Proc & Fitch, их работу Mundo. Не пропустите. А прямо сейчас потрясающая работа из Испании от Дэвида Торта. Это также ремикс на Гоя Барата и его песню No Turning Back. DJ Savior. Rock on. Shine of your eyes, and we'll never forget.
Hey, this is Eric Fritz. Hi, this is Matthias Mary Harbour. Hello, this is Kiko Navarro, and you're listening to Electroshock with DJ Sever. Electroshock. Don't get it twisted. It's Electroshock. И снова я говорю вам добрый вечер. В студии диджей Руслан Север. Это территория программы Электрошок. А я продолжаю свой месседж. Кстати, своими музыкальными историями я делюсь еженедельно с вами в российском FM-диапазоне. Вот в это самое время. Максимум дэнс-музыки. Главный, пожалуй, девиз программы, и с ним мы, собственно говоря, двигаемся по жизни. Итак, эксклюзив. Следующий раздел. Эта рубрика носит очень красноречивое название. Сегодня вы первыми сможете услышать ремикс Дэвида Пэна на работу Кевина Фишера и дуэта из Британии Proc & Fitch «Mundo» прямо сейчас. Come with me and we'll take over this world. Feels like you need someone to rescue you. Let me be the one to save your soul.
get better. Come with me and we'll take over this world. Feels like you need someone to rescue you. Let me be the one to save your soul. Качающий пампинговый саунд, который сложно не узнать. Фирменный почерк Дэвида Пэна, его новый ремикс на Кевина Фишера и Proc & Fitch, композицию Манда, практически позади. Я хочу сказать, что буквально через 7-10 минут в гостях появится Серж Дивант. Не пропустите интервью, его специальный сет. А прямо сейчас, пожалуй, вспомним о классике танцполов. Come along, children. Now we're going to have a little music. Like old times. Итак, Music Like Old Times. Вспоминаем шедевры дней минувших. Сегодня принес на эфир работу, которая, можно сказать, для 2003 года является показательной. Итак, на самом деле, в оригинале работа была записана Дэвидом Гетта и Дэвисом, однако популярна стала благодаря ремиксу американского дуэта из Вашингтона Deep Dish. The World Is Mine.
Is mine.
Savior presents Electroshock. This week's special guest. Электрошок. Итак, ровно половина программы позади. Это территория Электрошок-шоу. В студии Руслан Север. Еще раз добрый вечер, друзья. Второй час открывает гостевая. Сегодня моим собеседником станет Серж Дивант, яркий представитель транс-гламура, выходец из России. Человек с отличным чувством юмора и правильным видением танцевальной музыки. Специальный микс прямо сейчас для вас.
friends. You're listening to Electro Shock Radio. We'll be right back.
эфире звучит специальный сет гостя программы. Напомню, им сегодня является Серж Зевант. Это популярный американский диск-жокей, продюсер. Он находится на телефонной связи со студией, и я его приветствую в эфире нашей станции. Hi, Serge. How's it going? Hello, всем привет. Hello, everybody. Yes. Да, точно. Привет всем. Скажи, на чем ты сейчас работаешь? What am I working right now? Actually, I'm not working on anything at all right now. I'm resting. На самом деле, я сейчас ни над чем не работаю. Я просто отдыхаю. Закончил работу над альбомом в июне месяце, а также записал несколько ремиксов для Надиа Али на его композицию «Fine Print» и на «Monaco». Работа выйдет на Viper Records. И еще один бутлик на «Black Hole Sun» от «Sound Raden». Да, все понятно. А где ты сейчас находишься? I'm at home right now. Я сейчас дома, собираю сумки. Завтра уезжаю в Чикаго. У меня выступление. And how is... А что у вас с погодой? Пасмурно, дождливо, поэтому я сижу дома. And, can you tell us about... Ты не мог бы рассказать вообще, какая музыка на тебя оказывает влияние и вообще, что ты любишь слушать? It's always different, you know. I find influences in all different things, you know, in different tracks, you know, if I'm listening. Ты знаешь, мне нравится абсолютно разная музыка. Временами нахожу для себя что-то интересное в рок-музыке. Мне очень нравится, к примеру, Depeche Mode. Также мне нравится музыка, в которой используется много электроники. Нравится глубокий саунд. На самом деле, для меня не важен стиль. Иногда я могу послушать классическую музыку, а иногда слушаю просто радио. Могу посмотреть музыкальные каналы по телевидению. Также мне нравится брейкбит. Он может навеять какие-то мысли, дать идеи для моего творчества. Окей, а на твой взгляд, где сейчас все-таки лучшие вечеринки, где лучший клаббинг в мире? Где лучшие вечеринки в мире? Конечно же, в Америке. Какие места в Соединенных Штатах ты порекомендуешь слушателям для клаббинга? In the US, I would say Chicago is one of the best cities to go clubbing now. I mean, Chicago, Miami is pretty good too. Miami, I was just in Miami last week. Один из лучших городов в Америке для клаббинга – это Чикаго. И в Майами очень классно. Там замечательная танцевальная сцена. В Майами я был на прошлой неделе. Мне очень нравится играть и в Чикаго, и в Майами. А в Нью-Йорке затишье. Ничего не происходит. На западном побережье Лос-Анджелеса тоже ничего хорошего. Поэтому самыми интересными местами для клаббинга остаются Майами и Чикаго. У тебя есть вообще в планах приехать в Россию? Oh, absolutely. Well, you know, my last single Addicted is having a great success right now in Russia and it's actually just hit number one position on the radio record. Да, конечно, есть такие планы. Мой последний сингл Addicted пользуется большой популярностью в России. Ротируется на двух радиостанциях. На Радио Рекорд находится на первой строчке в топе, а на Мегаполисе – на третьей. В связи с этим у меня запланировано выступление в России. Пройдут они с середины сентября до начала октября. Тур пройдет по нескольким городам. Более подробную информацию вы можете найти в MySpace по адресу myspace.com/sergedevant и в Фейсбуке facebook.com/c.devant. Кстати, кроме шуток, вы меня сможете найти на российском сайте «Одноклассники». Окей, cool. So, keep in touch. Thanks for... Что ж, замечательно. Будем находиться на связи. У тебя будут какие-то пожелания слушателям программы? Well, yeah, I just want to, you know, thank you for having me on the show. It's been a pleasure, you know, definitely talking and giving this interview and, you know... Для меня большая честь участвовать в твоей программе. Здорово, что мне удалось поговорить с тобой и дать это интервью. Я думаю, что гораздо больше людей узнают о моем творчестве, о моей музыке. Это наверняка хорошо повлияет на мою карьеру. И я надеюсь многих вас увидеть на своих вечеринках в России. Спасибо за поддержку. Это был Серж Зевант, специальный гость программы сегодня. Отдельно ему спасибо. Сразу после небольшого блока рекламы продолжим боевиками танцпола. Это территория программы «Электрошок».
студии диджей Руслан Север гораздо чаще вас вижу на танцевальных площадках. И только раз в неделю в российском FM-диапазоне вот в это самое время. Добрались до следующего раздела. Это, пожалуй, самая моя любимая рубрика, признаюсь. Называется она «Hot Mix», и здесь представляю качественные работы. Боевики танцполов, по сути, распечатываю ремиксом Пит Тонга на U2 и песню «Magnificent».
Hi, this is Jody Whispernot. Hi, this is Yusuf. Hi, this is Peter Gelderblom, and you are listening to Electroshock with DJ Sever. Чарующий ремикс от мэтра мировой танцевальной сцены сэра Пит Тонга на мэтров рок-сцены U2 и песню Magnificent практически позади в электрошоке. Вы в компании диджея Руслана Севера, Hot Mix и боевики танцполов в поле нашего зрения. А следующая работа, опять же, от мэтра, но уже голландской танцевальной сцены Сандера Клейнинберга. This is our night. Пусть будет так. Sound. This is our truth, our religion, our youth. This is our word, this is our chance, our message, our dance. This is our pride, this is our sweat, our joy, our bet. This is our system, our club, our song, our dub. This is our night.
our sound, this is our truth, our religion, our youth, this is our word, this is our chance, our message, our dance, this is our pride, this is our sweat, our joy, our bet, this is our system, our club, our song, our Track on Electroshock. Что ж, подходит к завершению очередной выпуск программы «Электрошок». В запасе всего лишь 15 минут, а два раздела впереди. Ночное, традиционно с Made in Russia. В этой главе рассказываю о российских продюсерах и диск-жокеях, представляю их новые работы. Сегодня без исключений. В данный момент презентация ремикса смоленского проекта Hard Rock Sofa на Себастьяна Зада и Эйзена Би и их работу Pilot's Dune. Напомню, что общаюсь с вами, доступен ВКонтакте, Фейсбуке и MySpace. Набирайте латиницей Руслан Север.
Shock, the best radio in Russia. Очередной выпуск программы «Электрошок». Что ж, друзья, время, отведенное мне в эфире, практически на исходе. А 2 часа мы с вами были в одной компании, за что вам огромное спасибо. У микрофона все это время находился диджей Руслан Север. Пора прощаться. Надеюсь, многих из вас увидеть на фирменных вечеринках «Электрошок» на танцполах. А в FM-диапазоне мы встретимся через 3 недели. Нет, на следующей неделе, конечно, традиционно выйдет программа «Электрошок», однако это будет повтор. Я отправляюсь в 2-недельный отпуск. Так что через 3 недели вновь встретимся в то же время, в том же месте, в тот же час. And finally, number one. Я уже вижу свой отпуск, буквально рукой до него можно подать. А я хочу вам подарить трек недели. Однозначно, это именно данная композиция. Ремикс Андреаса Трентемюллера, известного техно-диск-жокея и музыканта из Австрии, на Depeche Mode и их песню «Run». До сего момента с вами был диджей Руслан Север. Ближайшие 2 недели слушайте лучшие выпуски программы «Электрошок» за последний год. А я с вами встречусь ровно через 2 недели. Всего хорошего. Чао, пока.
Lena from Zono. Hi, this is Lisa. Hi, I'm DJ Sydney Blue. You're listening to Electroshock Radio with DJ Sever. Presents Electroshock.